Наиболее часто задаваемый вопрос, что входит в наши консультации, как они ведутся и зачем они нужны, какие вопросы можно задавать и сколько можно задавать и так далее. Кратко расскажу, что такое наша консультация, как они будут проводиться и как будет вестись работа. В принципе, вот уже практически годовой опыт работы с людьми, эксперименты, результаты и так далее уже позволяют выстраивать какую-то систему. И мы решили изменить формат консультаций. Если раньше у нас была форма сопровождения, раньше у нас была форма поддержек, экспериментальной и так далее, этого ничего дальше не будет. Не будет, потому что мы не хотим нарушать свободу выбора человека. Если человек выбирает изменения в жизни, он им следует, и он, соответственно, работает над собой, меняется, у него меняется жизнь. Делать это за человека мы не можем. И представление, что вы обратитесь к нам на консультацию, мы вас перепрограммируем, перепрошьем, что-то в вас поменяем, и вы побежите счастливые, обновленные, и будете делать все то, что и делали до того, как вы загадили свое тело и свою жизнь, такого больше не будет. И такого никогда не было. Это зона вашей ответственности, да, потому что это ваша жизнь, ваше тело, ваш выбор, ваша душа и так далее. Поэтому мы решили построить систему на основах вин-вин, выиграл-выиграл, для того, чтобы это было выгодно и вашей душе, и нашей душе, да, для того, чтобы мы развивались вместе, у нас было сотворчество и сотворение. Поэтому консультация будет проходить каким образом? Первый заказ вы делаете на консультацию, формулируете все вопросы, которые у вас есть, и вы пишете, согласны вы на внесение там каких-то коррекций, изменений, прошивок или нет. Если вы не согласны, это будет чисто информационная консультация, где вы получаете ответы на ваши вопросы, и вы работаете сами, меняете свою жизнь сами, и для очень многих людей это действительно важный момент, потому что они решили и выбрали жить сами. Мы его приветствуем и относим этих людей к более осознанным, да? Но если вам нужна действительно помощь, и вам больно, и вы хотите избавиться от этой боли и переменить свою жизнь быстрее, мы можем некоторые вещи вам ускорить и помочь. И это не голословные слова. И это при работе с заболеваниями идет точно так же. Махнуть волшебной палочкой мы не можем, но какие-то коррекции внести можем. И тогда начинается наше сотрудничество. Тогда мы отвечаем на ваши вопросы, вносим какие-то корректирующие изменения. Проходит время, иногда мы сами вам предлагаем, например, обратиться через 2 недели, если мы работаем там с тяжелым недугом, или обратиться через месяц и так далее. Вы заново оплачиваете точно так же консультацию, заново обращаетесь, заново заполняете заявку. В заявке указываете, какие изменения были достигнуты, чего вы ожидаете и как мы планируем работать дальше. Да? Все, как вы видите, вы описываете это, и мы делаем следующий шаг. Итак, шаг за шагом мы будем работать при всех формах заболевания, неважно, это взрослое, либо это детское заболевание, при всех формах работы с бизнесом, когда надо поддержка, при каких-то вспомогательных вещах, как мы двигаем человека по жизни и помогаем ему решать некоторые вопросы, даже не хочу озвучивать, да, потому что бизнес очень разнообразен и обращения очень разнообразны. Вот. То есть в любом случае, когда вы обращаетесь за помощью и вы видите, что наше вмешательство и наша помощь была результативной, и вы готовы сделать шаг, вот так по шагам мы будем идти. У нас сразу будет обратная связь, мы будем видеть действительно, результативно ли у нас ведется работа или нет, как мы помогли вам или нет. А у вас будет выбор, вы готовы меняться или нет, у вас будет стимул делать это максимально быстро, мы вам будем давать рекомендации по тому, как меняться. В зависимости от того, что говорит ваша душа и чего она хочет. То есть вот таким образом у нас будет строиться дальнейшая работа. Экспериментальные группы, которые у нас уже набраны по детям, по аутизму и другим заболеваниям, и по взрослым, на сегодняшний день новые не планируются. А работа с этими будет проводиться уже до конца, до того момента, пока мы не отправим последнее видео, скажем, душа уже готова идти в самостоятельный путь. И дальше вы двигаетесь сами. И дальше у людей, которые вышли из нашего уже эксперимента, да, будет возможность обратиться снова по новой заявке, ну, либо не обращаться, а жить самостоятельно. То есть все, что мы могли на этом этапе, мы сделали. Да? А мы двигаемся дальше, потому что на самом деле для расшаривания
информации в инфодайвинге. Очень много возможностей, очень много направлений. Я думаю, мы еще только начали, только прикоснулись к интересным темам, и наши знания еще очень сильно ограничены, поэтому наше движение дальше будет опять сопровождаться какими-то интересными моментами и изменениями. Кроме того, у нас будут проходить образовательные программы, и все, что мы находим новое, и все, чем мы готовы делиться для того, чтобы ваша жизнь действительно менялась, когда вы будете работать самостоятельно, мы вам будем предлагать. До встречи, друзья!